А всему виной оказалось школьное собрание в элитной гимназии города Ярославля. Герой нашего видео, знаменитый российский певец, пошел на собрание в школу к младшему сыну. И там его учительница просто огорошила такими новостями, какие он не захотел рассказать даже своей супруге. Стало известно, что ночью ему стало плохо, сердце. А тут еще коронавирусная инфекция в тяжелой форме. Учительницу уволили из школы за некорректное общение с родителями. Но кому теперь от этого легче, когда уже умер человек? И не просто человек, а легенда российской музыки. Вы вряд ли могли видеть в реальной жизни нашего героя, но слышать вы могли его постоянно на радио, в музыкальной передаче, в заставках телевизионных шоу. Он обладал уникальнейшим музыкальным мужским баритоном. У него даже была кличка в шоу-бизнесе России «Золотой бархатный голос». Скажу вам по большому секрету, что он часто исполнял песни за известных российских артистов, музыкантов и певцов. А еще он вел телевизионные реалити и музыкальные шоу, озвучивал аудиокниги и вел множество других музыкальных проектов шоу-бизнеса. Да, и самое главное, кто недавно играл свадьбу, возможно, шоуменом на вашем торжестве, был именно он. Буквально несколько минут назад стало известно, что ушел из жизни один из лучших мужских голосов России. Российский певец, музыкант, артист и шоумен, заведующий Дома культуры, 45-летний Сергей Левинсон. Певец и музыкант скончался от нервного срыва и от тяжелого течения коронавирусной инфекции.